Я напомню, что мы начали говорить в прошлое воскресенье о мудрости. Я буду продолжать. Немножко у нас будут некоторые аспекты мудрости, которые мы будем рассматривать. И сегодня, несмотря на то, что мы будем говорить о мудрости, но подпункт – это как исполняться Духом Святым, я буду говорить. Или еще можно одно назвать, что становясь источником. Мы с вами остановились, после мы уже проповеди, потом мы еще позже смотрели, помните, Матфея 25, о мудрых девах и неразумных. О мудрых и неразумных девах. Притчу. Кто помнит? По какому критерию это оценивалось? Кто назван мудрым? Какие девы были названы мудрыми, какие девы были названы неразумными. Мудрыми были названы по причине того, что они позаботились заранее о достаточном количестве масла для своих светильников. Помните, мудрые, которые сделали запас масла для своих светильников. Почему это было важно? Потому что масло было своеобразным топливом для светильников. То есть заливалось масло в светильники, и до тех пор, пока масло было в светильнике, этот светильник мог гореть, он мог давать свет. Но неразумные девы, они не позаботились об этом. И когда масло закончилось, их светильники погасли. И когда их светильники погасли, они уже не могли ориентироваться в темноте. То есть тьма объяла их. И когда они вышли навстречу жениху, Библия говорит, что это была полночь. Это была тьма, не было света. И так как у них не было светильников, точнее у них светильники были, но в этих светильниках не было масла, они не могли ориентироваться в этой темноте. Масло – это прообраз Святого Духа. И точно так же, как силу их светильникам давало масло, так же Святой Дух дает нам силу. На самом деле жизнь христианина немыслима без силы Святого Духа. Жизнь христианина немыслима без присутствия Святого Духа. Не просто посещение церкви, но именно присутствие Святого Духа в жизни дает нам силу. Слово Божие говорит: «И когда вы приметесь Святого Духа», помните, когда Святой Дух сойдет на вас, «вы примете силу и будете мне свидетелями». Мы принимаем силу, когда мы принимаем Святого Духа. Поэтому христиане должны постоянно думать, размышлять о Святом Духе. Потому что когда мы думаем и мы почитаем Святого Духа, мы почитаем Иисуса, мы почитаем Бога Отца, мы размышляем об этом. Мы заботимся о том, чтобы не огорчать Святого Духа. Написано, что не угашайте Святого Духа и не огорчайте Святого Духа. И мы должны наполняться Святым Духом, исполняться Святым Духом. Ефесянам 5 глава, я прочитаю с 15 стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь, заметьте, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Итак, в чем мудрость? Дорожить временем. Правильно распоряжаться временем, не проводить время праздно, уделять время для своего духовного состояния, для постоянного поддержания своего духовного состояния на высоком уровне. И заметьте, что здесь говорится, что исполняйтесь Духом. Это ответственность верующего. Некоторые христиане, они молятся и говорят: «Господь, исполни меня Святым Духом». Но если ты рожден свыше и ты крещен Святым Духом, то последующее исполнение Святым Духом уже
зависит не от Бога, это зависит от тебя. Бог поставил всех в равные условия. Написано, что не мерой дает Бог дух. И не может быть такого, что кто-то молится, и Господь его исполняет Духом Святым, а кто-то рядом стоит и молится, но он как бы не переживает присутствие Святого Духа. Нет, очень часто мы пытаемся на эмоциональном уровне понять Святого Духа и на эмоциональном уровне принять Святого Духа. И мы думаем, что исполнение Святым Духом должно сопровождаться какими-то эмоциональными вещами. Мы не против эмоций. И, конечно же, Господь затрагивает и наши эмоции. И я верю, что радость от Святого Духа – это прекрасно. Но иногда ты можешь не ощущать какой-то радости, и ты верой радуешься, но ты тоже исполнен Святого Духа, если ты делаешь определенные вещи для того, чтобы исполняться Святым Духом. Написано, что «но исполняйтесь Духом, назидая самих себя». Это наша ответственность. И ответственность не в том, чтобы мы Бога об этом просили, а делать то, что наполняет нас Духом. Потому что Дух человека и вообще духовная жизнь человека – это стержень. Духовное состояние все определяет. Духовное состояние все определяет наша жизнь. Если наше духовное состояние слабое, мы будем подавленными. Нас не будет радовать хорошая работа. Нас не будет радовать хорошая зарплата. Но если твой дух на высоте, если твое духовное состояние правильно, если ты наполнен Духом Святым, то внешние обстоятельства на тебя не влияют. Павел говорит, что мы пришли в Македонию, от вне были нападения, изнутри страхи. Но Дух Святой, но Бог, утешающий смиренный, утешил нас. И мы были наполнены Духом Святым, мы были наполнены радостью. Притча 18 глава, посмотрим. Духовное состояние все определяет. Притча 18 глава, 14 стих. Дух человека переносит его немощи. Заметьте, дух человека переносит его немощи. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Итак, мы живем верой, мы живем в духе. И послушайте меня, какими бы ни были обстоятельства, какими бы ни были искушения, какими бы ни были испытания, но если дух человека здоров, он перенесет, он преодолеет все эти испытания, искушения и трудности. Но Библия говорит, пораженный дух, кто может подкрепить его? Но если дух поражен, если дух подвержен духовным болезням, если дух слаб, в чем тогда человек будет черпать утешение и надежду? Поэтому духовное состояние – это стержень, который все определяет. И Библия использует, Слово Божье использует, Библия использует для описания духовного состояния человека различные образы. Наиболее распространенные образы, которые Слово Божье использует для описания духовного состояния человека, это, во-первых, пустыня, засушливая земля, неплодородная земля, пустыня. А во-вторых, еще один образ, который использует Библия для как образ духовного состояния человека, это воды, озеро или реки воды живой. То есть пустыня и озеро – это противоположные вещи. Очень часто мы думаем, что пустыня – это что-то, то, что вне нас. Это какие-то обстоятельства и трудности. Пустыня, через которую проходил израильский народ, это был как прообраз нашей духовной жизни. Сегодня в Новом Завете пустыня – это не то, что вне. Пустыня – это то, что внутри нас. И Царство Божье, Иисус сказал, Царство Божье не придет приметным образом. Никто не скажет, что вот здесь Царство Божье, вот в этой церкви Царство Божье. Ты можешь прийти в любую церковь, но если Царство Божие внутри тебя есть, оно будет проявляться на любом месте. Иисус сказал, никто не скажет, вот здесь Царство Божие, или вот здесь Царство Божие. Оно не приходит приметным образом.
приметным, видимым образом не приходит. Ибо Царство Божье где? Внутри вас есть. Пустыня или озеро. Твое состояние – это или пустыня, или озеро. Желает ли Бог, чтобы мы были в пустынях? Конечно же, Бог не желает. Бог работает с нами в пустыне. Бог использует пустыню. Но Бог не хочет, чтобы мы были в пустыне. Бог хочет, чтобы мы были там, где потоки. Вот. 22-й Псалом, там сказано, что пастырь добрый куда ведет? К тихим водам. К водам. На какие пажити? На злачные. Там не сказано, что ведет меня в пустыне, в засушливой пустыне, чтобы я там ковырялся в поисках воды и травки. Нет, на злачные пажити, там, где луга, там, где воды. Бог хочет, чтобы из твоего чрева текли реки воды живой. Практически пустыня, как я уже сказал, это не воля Божья для человека, а результат выбора человека. Псалом 67. Пустыня – это результат выбора человека. Если мы знаем некоторые вещи, если нам открыты некоторые вещи, но мы игнорируем их, мы будем в пустыне. Библия говорит, что непокорные остаются в пустыне. Псалом 67, 7 стих. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков. Бог имеет силу, Бог имеет власть освободить тебя от любых оков. Бог имеет силу, Бог имеет власть дать тебе полную свободу в любой, в каждой сфере твоей жизни. Освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. А непокорные остаются в знойной пустыне. Бог не хочет, чтобы ты был в пустыне. Бог не хочет, чтобы твое состояние духовное было как пустыня, где засуха, где бесплодность, где нет воды. И Библия говорит, что там пустыни, там змеи, скорпионы. Знаете, когда человек и его духовное состояние, оно подобно пустыне, дьявол, он может контролировать определенные области, определенные сферы личности человека. Потому что бесы, они всегда в пустыне. Это уже другая тема. Бесы, они в пустыне. Дьявол искушал Иисуса в пустыне. Там, где вода, там нету. Знаете, я просто хотел сказать, что вот это стадо свиней бросилось в море. И бесам не было приятно это. Ну ладно, это так, зарисовка. Там, где воды, там, где, знаете, Божье присутствие, там, где присутствие Святого Духа, там нет демонов и бесов. То знаете, как к одному проповеднику пришла одна женщина и говорит: я не знаю, что мне делать. Бесы с утра до вечера докучают мне. Они постоянно меня искушают. А он ответил ей в нескольких словах, он сказал: на горячую плиту мухи не садятся. Там, где плита холодная, там мухи. Там, где пустыня, там бесы. Там искушения, там какие-то сложности, там какие-то превратности. А там, где воды живой воды, там, поверьте, там свобода. Где Дух Господень, там свобода. Поэтому Господь не желает, чтобы ты был в пустыне. Это не Его воля, чтобы пустыня была внутри тебя. Иисус сказал: у того, кто верует в Меня, из чрева потекут реки живой воды. Больше того, Господь желает, чтобы не просто реки живой воды текли из твоего чрева, а чтобы ты был источником для многих жаждущих, чтобы ты мог напоять других, чтобы ты мог быть благословением для других, чтобы ты мог освобождать других.
чтобы ты мог молиться за других. Молиться за других и видеть, как Бог дает победу в жизнь людей по твоей молитве. Видеть, как Господь дает победу, и в жизни людей прекращается борьба по твоей молитве. Когда источники Духа Святого через тебя, они затрагивают других людей, они касаются других людей. Исаия 41 глава. «Бедные и нищие ищут воды» с 17 стиха. Исаия 41 глава, 17 стиха. «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их». Чудесное обетование. Бог говорит, что если ты ищешь воду, если ты страдаешь от жажды, и если ты возопьешь Богу, Бог говорит, я услышу, я не оставлю. «Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню, заметьте, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды». Это прекрасно, когда сухая земля не просто становится влажной, когда сухая земля становится источником. Сухая земля сама становится источником воды. И там, где была засуха и пустыня, там огромное прекрасное озеро, которое становится источником для многих жаждущих. Как превратить пустыню в озеро? Как превратить пустыню в озеро? Засеять пустыню семенами Слова Божьего. Книга пророка Иеремии, 2 глава. Давайте посмотрим вторую половину 2 стиха. Здесь сказано, когда ты последовал за мной в пустыню, в землю незасеянную. Заметьте, пустыня – это земля какая? Незасеянная. Для того, чтобы превратить пустыню в источник воды, для того, чтобы превратить пустыню в озеро, необходимо эту пустыню начать засеивать Словом Божьим. Иеремия 2 глава 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Исполняться Духом Святым – это постоянно напаять свою пустыню, постоянно поливать свою пустыню и постоянно засеивать свою пустыню. Две вещи важные. Во-первых, помни, что Бог – источник воды живой. Обращаться к Богу. Обращаться к Божьему Слову. Сам Бог является источником. А во-вторых, устрани то, что истощает тебя духовно. Ты можешь наполняться, но если в твоей жизни духовно есть трещины, через которые эта вода вытекает, если есть какие-то вещи, которые тебя опустошают духовно, ты не сможешь накапливать силу. Ты не сможешь накапливать эту живую воду. Суть силы Божьей, суть помазания в постоянном накоплении. Ты можешь накапливать, в этом есть мудрость. Но для того, чтобы накапливать, ты должен устранить утечки. Ты можешь наполниться Духом Святым. Но если есть какие-то вещи неправильные, которые дают трещины в твоей духовной жизни, возможно, это неправильное мышление, ты не позволяешь Богу благословить тебя, ты не позволяешь Богу проявить свою любовь к тебе, ты не позволяешь Богу исцелить тебя, ты не позволяешь Богу освободить тебя. Это неправильное мышление, когда ты не позволяешь Богу, когда ты неправильно на Бога смотришь. Когда ты неправильно на себя смотришь. Может быть, это какие-то ссоры. Может быть, это какие-то обиды, зависть. Что-то, что опустошает тебя. Смотрите, как Господь сказал, 13 стих, еще раз прочитаем. «Ибо два зла сделал народ мой». Каких два зла? Первое зло. «Меня, источник воды живой, оставили».
Знаете, иногда бывает так, что христиане на каком-то этапе своей духовной жизни, они начинают искать утешение не в Боге, а в чем-то другом. Они как будто бы разочарованы. Они говорят, я столько лет ходил в церковь, но я не знаю, наверное, есть еще какие-то пути, да, я хожу в церковь, все нормально, но вот, наверное, Господа недостаточно, чтобы восполнить все мои нужды, и душевные нужды, и эмоциональные нужды. А Библия говорит, что Бог одиноких вводит в дом. Там радость в доме. И он говорит, что вот два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И теперь высекли себе водоемы, разбитые, которые что? Не могут держать воды. И ты читаешь Библию, ты молишься, ты провозглашаешь, ты в духе воюешь, и Дух Святой тебя наполняет. Но потом что-то происходит, и ты теряешь это. И опять пустыня приходит, опять засуха приходит. Исполняться Святым Духом. Послушайте сейчас меня внимательно. Представьте, нарисуйте себе эту картину. Пустыня. Пустыня, сухая земля. Ты приносишь воду, находишь низину в этой пустыне, ты приносишь воду и вливаешь эту воду на землю. Земля настолько сухая, что ничего не происходит. И эта вода в мгновение ока поглощена землей. Ты еще раз приносишь воду, и ты выливаешь в эту сухую землю. И опять земля поглощает эту воду. И ты носишь и носишь эту воду. Ты выливаешь эту воду. Но в какой-то момент ты замечаешь, что когда ты вылил эту воду на землю, уже небольшая лужица образовалась, потому что земля уже насыщена водой. И она больше не принимает туда воду. Эта вода уже стоит на поверхности. И ты продолжаешь носить эту воду. Библия говорит, исполняйте Святым Духом. Ты приносишь эту воду, ты приносишь эту воду. И теперь это озеро наполняется. И если ты продолжаешь мало-помалу, в постоянстве приносить эту воду, однажды вода выходит из берегов. И начинается ручеек, потом река. Это уже не просто озеро, это уже источник воды. Где ты берешь воду, которую ты носишь? От истинного источника, от Бога. Ты берешь, ты питаешься у Него, ты наполняешь свою жизнь Духом Святым через Слово Божие, через псалмы, через победоносное мышление, через радость. И вот твое озеро, оно уже наполнено, и теперь переполненное озеро, оно выходит из своих берегов, и оно благословляет всех, кто прикоснется с твоим источником. И оно оживляет всех, кто соприкоснется с тобой. Когда кто-то соприкасается с пустыней, он и переживает пустыню. Знаете, иногда ты соприкасаешься с человеком, и ты как бы ощущаешь вот это его состояние. Ощущаешь подавленность, ощущаешь какую-то опустошенность, которая в душе человека. Ощущаешь какие-то его тревоги, и ты понимаешь, что там пустыня. Там пустыня. Но когда ты соприкасаешься с человеком, наполненным духом, ты переживаешь это прикосновение. Кто понимает, о чем я говорю? Если ты будешь исполняться Святым Духом, наполняя Духом Святым себя, многие люди будут благословлены через твою жизнь. Давайте мы еще одно место посмотрим, будем молиться. Иезекииля 47. Иезекииля 47.
С первого стиха будем читать. «Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». Библия говорит, что ты храм Святого Духа. И когда ты наполняешь свою жизнь Духом Святым, когда ты исполняешься Духом, вода начинает проистекать из твоего храма. «И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам. И вот вода течет по правую сторону». Как это прекрасно, когда из нашего храма течет вода. «Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку». Вначале это маленький, знаете, такой неглубокий, мелкий источник. Течет вода, но всего лишь по лодыжку. И тебе надо пройти эти 1000 локтей. И не говорить, я молюсь, я читаю, но как-то я не вижу результата. Потому что пустыня слишком сухая может быть. Она должна насытиться водой. И Библия говорит, что душа священников будет как напоенный водою сад. Вы знаете, есть когда земля поглощает воду, и потом есть момент, когда уже вода стоит на поверхности. Что земля... И вначале ты должен пропитать свою душу словом. Пропитать, чтобы там не осталось сухих мест. Чтобы там не осталось вот этой неплодородной земли. И когда ты пропитаешь свою душу, теперь уже вода и реки воды живой начнут проистекать через тебя. Воды было по лодыжку. «И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по пояс». По лодыжку, теперь по колено, теперь по пояс. Ты чувствуешь эту влагу. Это Божье присутствие. «И еще отмерил 1000. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти. Потому что вода была так глубока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток». Я верю, друзья, что мы увидим времена в нашей жизни, когда это будет такой поток, такая глубина, такое Божье присутствие, что уже невозможно будет идти. Этот поток будет нести тебя. «И повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев и по ту, и по другую сторону. Там, где течет река, там произрастают плоды. Много деревьев. Там была пустыня, теперь начали расти деревья». И иногда, когда мы хотим принести плод Господу, мы начинаем не с той стороны. Мы пытаемся что-то сделать, но когда, если ты живешь в состоянии пустыни, пустыня ничего не может произрастить. Ты должен начать наполняться, напитываться, позволить Святому Духу работать. «И сказал мне, эта вода течет в восточную страну, в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море». Море – это народы. Море – это народы. Смотрите, войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Этот поток войдет в море, и море станет здоровым. Люди исцелятся, люди будут благословлены. Не из-за нашей силы, не из-за того, что ты правильные слова говоришь в молитве, а из-за потока Святого Духа. «И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда пойдет этот поток, все будет живо там». Амин. Все там будет живо. К чему ты не прикоснешься? С кем бы ты ни соприкоснулся, ты будешь приносить жизнь. Ты будешь приносить благословение. Жизнь, здоровье.
ты можешь идти и плечом зацепишь какого-то больного случайно, и он будет исцелен. Потому что Святой Дух – это Дух жизни. А там, где жизнь, там нет смерти, там нет болезни, там нет проклятия, там благословение Божье. Смотрите, куда пойдет этот поток, все будет живо там. Куда пойдет этот поток, все будет живо там. И рыбы будет весьма много, сказано. Ты будешь приносить жизнь. Поэтому исполняйся Святым Духом. Наполняйся Святым Духом. И становись источником. Становись источником.